Это было понятно с самого начала. Нормально. Блин, звучит очень... Не очень. Не очень, да. Поднимите. Ты плохо себя ведешь. Всем привет, меня зовут Илья Маланин, и я сыграл роль Лихолетова в сериале «Иные». Всем привет, меня зовут Ирина Мартыненко, и я сыграл Анну в сериале «Иные». У наш сериал, он очень тесно связан с вымыслом и реальностью. Поэтому мы сегодня попытаемся узнать, насколько мы разбираемся, что есть правда, что есть ложь. Где сказка, давний намек. Ты готова? Готова. Поехали. Хлопаем. Раз, два, три. Суефа, суефа. С первого. Ну что ты, блин? А, это камень? А кто проиграл, тот что? Не знаю, тот сидит. Давай, я буду читать вопрос. Давай. Опа. Итак, правда ли в 1930-е годы жителям Ленинграда запрещалось выходить из дома без приличной прически? Что? Ну, наверное, как будто бы, да? Кто определял мне вопрос, насколько прилична прическа или нет? Зеркало. Не, ну должно. Нормально. Ничего такая. Не знаю. Не, я думаю, что это какая-то, ну вот, консьержки, которые были, собственно, в подъезда? Когда ты выходил из подъезда, да. И они осматривали тебя внимательно. Не только на прическу, но и смотрели на то, как ты выглядишь. И выпускали, нажимали на кнопку, и выходили, чтобы ты выходил. Ну все, давай. Хорошо, я покажу, что я думаю, что это правда. Угу. Просто чтобы, наверное, у нас как-то да, были нет, разные. Нет, да, разные. Так, нет, такого закона никогда не было, хотя по фотографиям тех времен все выглядит так, будто такой закон существовал. Так, правда ли, что в СССР ночью передвигали здания? Ну, то есть это какие-то ночные гномики, да, правильно, которые выходят и быстро, тихо передвигают здания. Да, конечно, нет. Я думаю, что это правда. Итак, в 30-е годы, да, в Москве приняли новый генеральный план реконструкции. Да, на Тверской я тебе покажу. Как это возможно? Значит, для расчистки мест некоторые дома ставили на специальные рельсы и передвигали. Причем вместе с подвалами, не отключая воду и свет и не выселяя людей. Советские инженеры перемещали объекты настолько плавно, что в одной из квартир уцелела башня из кубиков, которую накануне вечером сложила 6-летняя девочка. Делали это часто ночью, чтобы элементарно лишний раз не тревожить жильцов. Ну, я в шоке. Правда ли, что замков в Германии больше, чем городов во всей Европе? Думаю, нет. Я тоже хочу ответить нет, и хочу, если вдруг их больше... То что, отжимаемся. Столько раз, сколько городов в Европе. Нет. С другой стороны. Нет же. Ладно. Что? Это так удивление? Так и знала. В Германии больше 25... А, я хотела, чтобы ты угадал! Нет. Больше 25 тысяч замков. А городов в Европе значительно меньше. В смысле? 25 тысяч замков? Больше, чем 25 тысяч. Правда ли, что в СССР проводили эксперименты по обучению домашних кошек чтению? Да, конечно, да. Всех обучали чтению. Попугаев, блин, обезьян, я не знаю, собак. Давай я покажу неправда. Я честно сомневаюсь. Нет. Па-ба! Так, ладно. Да. Нет. А, потому что вот что. Потому что... Нет. Почему? Таких экспериментов в СССР. СССР. Да. Не проводилось. А вот в США действительно пытались обучить котов-шпионов, которых вместе... Котов-шпионов. С подслушивающим устройством хотели отправить в посольство СССР, слушай. Но программа стоимостью 25 миллионов долларов провалилась из-за... Мышей? Что, кошек? Своенравности животных. Я читаю. Давай. Следующий вопрос. Погнали. Правда ли, что в 1934 году австрийский ученый по имени Фридрих Шмидль основал проект по доставке почты с помощью... Голубей? Силы мысли? С помощью ракет. Звучит как бред. Блин, звучит очень... Не очень. Не очень, да. В общем, она выпускается, она взрывается где-то там в небе, раскрываются какие-то, вылетают части, парашютики и... Я считаю, правда. Я вот аж глаза загорелись. Теперь подумал, что да, наверное, так и было. Давай да. Да, давай. Да, мы считаем да. Да, действительно, это так. Его 24 ракеты доставили 6 тысяч писем, но в итоге были признаны
не самым эффективным средством доставки. Потому что голуби появились. Ну да, это конкуренция с голубями, конечно, в ракет. Давай, погнали, следующий вопрос. Правда ли, что в мире существует место, где молнии бьют 160 дней в году 10 часов подряд? Подожди, 10 часов в день или 10 часов суммарно? А здесь непонятно. Здесь просто 160 дней в году 10 часов подряд. Короче, да, кажется. Правда. Не, вот 10 часов подряд, это вот за все 160 дней. Ты верный вопрос задала. 10 часов подряд в день. Каждый день? Да, 160 дней. Получается? Она посмотрела. Подожди, ты серьезно посмотрела? Ну, я уже ответила. Все, же, я же сижу. Ай, хорошо. Ну ладно, это нечестно. Да, да, в Венесуэле, значит, в Венесуэле есть город Кататумбо. Из-за столкновения холодных и теплых атмосферных фронтов там регулярно происходят грозы и молнии. Погнали дальше. Давай. Я опять буду читать, давай. Потому что ты плохо себя ведешь. А правда ли, что в Германии существовал институт по изучению магии? Давай делаем вид, что мы не знаем. Ну давай, не томи, быстрее говори. Ты все знаешь, я знаю. Магия и жизнь так, ну подожди, ну конечно, совместимы. Да, я думаю, да. Что? А что бы нет? Наверное, да. Существовал. Актерская игра Ирина Мартыненко, пожалуйста. А ты скажешь нет? А вдруг да нет, ну я знаю, что был, конечно. Что, ну да, да, давайте, да. Ответ? Давай, я читаю. Нет. А здесь написано, да, организация. Она... А... Прочитай. Анербе. На которую работал Нойман, действительно существовала и занималась исследованиями сверхъестественных и оккультных явлений. Фух, так. Готов? Да. В отличие от Германии, в СССР меньше интересовались паранормальными явлениями, но уделяли много времени науке и изобретениям. Правда ли, что в Советском Союзе придумали и собрали летающий танк? Летающий танк. А в чем смысл летающего танка? Я просто не понимаю. А может, как-то самолет назывался летающий танк? Ну, логика железная. Летающий танк. Но, ну, вообще странно. Ну, нет. Нет, это как-то... Тогда... Нет. Ты это глупо как-то. Да. Давай ответ. Давай. К танку Т-60 приделали огромные крылья, чтобы он мог не только ездить, но и летать. К сожалению, летающий танк пролетел всего 60 метров. Я же говорю, это глупо. Это было понятно с самого начала. Зачем это делать? На этом испытания были закончены. Советские инженеры, ученые... Ну молодцы. Ну, угадай. Ладно. Авторы сериала гордятся тем, как мало бутафории использовалось на площадке. Правда ли, что кресло-каталка, на котором ездила профессор Любовь, подлинная вещь начала 20 века? Дали бы нам на съемочную площадку такую каталку? Думаю, да. Да. Ну, отвечай. Тогда отвечай. Ну, в общем, нет, я считаю, нет. Нет? Нет. Да, на ней ездила некая придворная дама во времена царской России. Царской России. Господи. Царской России, понимаешь, до революции. Погнали. Следующий вопрос. В иных. Иных имеется в виду наш проект. Суперспособности у людей появляются при рождении. Но, например, главная героиня фильма Люси, фильм Люси, и там главная героиня Люка Бессона, становится сверхчеловеком, когда учится использовать весь потенциал своего мозга. Правда ли, что нам доступно лишь 10% его возможностей? Правда. То есть можно раскачать свои суперспособности? Да. Подожди, а тебе удалось что-то? Вот, раскачать? Вот ты родилась, не как Анна уже с суперспособностью, а у тебя что-то не было, ты хотела что-то приобрести или как-то раскачаться, как-то стать лучше, усовершенствоваться в суперспособностях. И, значит, ты поставила себе задачу и достигла ее, и теперь у тебя есть суперспособность. Что, петь? Да. Да нет, это шутка была. Поднимите. Так. Так, что там? Ну все, блин. Илья, ты все сломал. Это моя суперспособность. Правда ли, что нам доступно всего лишь 10% возможностей мозга? Ну. Что? Правда? Да. Давай, правда. Хорошо. Читаю. Читай.
Не томи. Ну, хочу тебя поздравить. Нет. Миф о 10% – выдумка, которая появилась то ли из-за ложной интерпретации исследований, то ли из-за неверной трактовки слов ученых. Каждый участок мозга выполняет свою функцию, и все они в чем-то задействованы. Ну, не буду хлопать. Ир, спасибо тебе большое. Очень приятно было с тобой поиграть, самоутвердиться, почувствовать себя. Блин, ужас какой! Можно я в него вот так сейчас буду? Да нет, ну правда. Очень приятно, смешно, забавно. Да весело было, классно. Спасибо, Илюх. Ну, похлопай мне. Я же выиграл. Ладно. Спасибо. Спасибо всем.